спрашивают, освобождение Иерусалима будет ближе к приходу Махди или нет? Конечно, нет. Потому что освобождение Иерусалима было во времена Салахуддина. Иерусалим был оккупирован христианами в эпоху Салахуддина и был освобожден, альхамдулилля. Хотя тогда Махди еще не приходил. Махди не имеет никакого отношения к освобождению Иерусалима. Однако, несомненно, то, что когда он выйдет в установленном для этого времени, он, как об этом сказано в хадисе, распространит справедливость во всем мире и не останется ни справедливости, ни насилия. Приход Махди будет ближе к приходу Исы, мир ему. А что касается освобождения Иерусалима, то это никак не будет связано с ним. Мусульмане будут сражаться с евреями, затем не зайдет Иса, мир ему, то тогда Махди уже будет на земле, но, возможно, пройдут какие-то либо этапы, то оккупация Иерусалима, то отвоевание его мусульманами и так далее. Такова действительность. И только Аллах надо просить о помощи.